Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня я покажу модную технику для Майнкрафта PlayStation. Это обновление глобального мода, который добавляет нам очень много техники. Что ж, здесь нам добавили три вида новых лодок. Что ж, давайте начнем. Первая такая гидролодка появляется после установки данного мода. Но нам, как всегда, ее придется заправить, после чего вы сможете на ней прокатиться. Но, к сожалению, сейчас в обычном плоском мире прокатиться на ней я не смогу, так как нам понадобится вода. Но воды у меня здесь, к сожалению, нет. Но вы можете слышать звуки, которые издает именно вот эта гидролодка. Дальше идет рыбачья лодка, да, вот такая она довольно красиво выполнена. Вот, но, к сожалению, мы сможем проходить через ее текстуры. Но все же лодка очень прикольная, и нам пишут, что мы ее не заправили. Но давайте ее заправим, и это нам, к сожалению, ничего не даст, потому что кататься на ней мы пока не можем. И осталась последняя лодка. Это вот такая скоростная лодка. Выглядит она просто классно. Я не знаю, что не сказать, но просто два моторчика, классный стиль. И просто очень красивая линия. Мы тоже ее забыли заправить, но теперь мы ее заправили. Ну и дропнули. Вот. Ну, давайте, наверное, включим вид от третьего лица и посмотрим это все от третьего лица. А выглядит от третьего лица это просто очень красиво. Большой респект моду. Ой, автору этого мода, он просто классный чувак, который делает очень классный мод. Ну и, как видите, обновление тоже глобальное, потому что оно приносит нам, можно сказать, транспорт для исследования подводного, не подводного, а, я не знаю, как объяснить, но, короче, для исследования воды, вот что-то типа того. Ну что ж, на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.